ощущения позитивные, как всегда, очень много людей с горящими глазами. С другой стороны, ощущение, что это маленькое мероприятие. Например, на прошлой неделе была конференция SLASH в Финляндии, страна меньше Беларуси. Было 13 тысяч человек на стартап-конференции финской главной. Поэтому масштаб, конечно, другой. Но хочется надеяться, что Беларусь тоже вырастет. Не надо быть как SLASH, потому что, на самом деле, камерные мероприятия такие, где меньше народа, они полезнее. Потому что со всеми можно пообщаться. Когда 13 тысяч человек, получается очень гигантское, это очень сложно. Интерес наш в Беларуси связан с... Я на панели говорил, мы считаем, что в Беларуси очень много талантливых разработчиков. Мы в основном инвестируем в компании, которые связаны с разработкой программного обеспечения. И кроме EPAM, все говорили про Wargaming, но по идее мы думаем, что вот Maps.me – отличная история успеха. Мы считаем, что здесь еще должны быть компании интересные, куда бы мы могли проинвестировать. Соответственно, инвестиции, значит, деньги приходят в компанию, она нанимает больше людей, пускает продукты быстрее, лучше, больше продает, соответственно, и мы заработаем, и компании хорошо, и всем хорошо.